когда уже Украина пришла, мы пошли к себе домой. Что мы будем в подвале сидеть? Пошли домой. И в Махонцовке у меня напротив. Короче, возле меня 3 машины взорвалось. 3. 3 колеса. Вылетело. Там было столько оружия, что мама помоги. Ящиками 80-е мины валялись, ящиками. Мины простые. И тут, там валялось тут ящик распаковали. Ну, у меня напротив коленки поставили. Зараза. А что? Ну, нам сказали, короче, валите отсюда, потому что мы все будем пикировать. На пляже валяются кассеты под лепестков. Вот такой алюминиевый стакан, там вот такая зараза маленькая, наступил на Енимах.